Горбуша в тесте – это беспроигрышный вариант для любого праздника. Неважно, что вы собираетесь отмечать, ведь такая рыбка в любом случае станет настоящим украшением вашего праздничного стола. В общем-то, на любом праздничном столе должно быть коронное блюдо, которое будет радовать глаз и заставлять гостей томиться в ожидании попробовать его. Как раз о таком блюде и пойдет речь в этом рецепте, ведь сегодня я хочу рассказать вам, как сделать горбушу в тесте. Смотрится такая рыбка очень красиво и интересно, да и вкус не отстает от внешнего вида, так что гости точно останутся под впечатлением от ваших кулинарных способностей. И самое приятное здесь то, что приготовить горбушу в тесте в домашних условиях совсем не сложно, особенно если использовать магазинное тесто. Итак, приступим. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Первым делом нам необходимо почистить рыбку, поэтому мы соскабливаем чешую, отрезаем аккуратно голову, хвост и плавники. Далее нужно отлить филе от костей так, чтобы рыбка была в форме раскрытой книги, и удалить из горбуши все косточки. Делаем на филе неглубокие надрезы и посыпаем ее солью и сахаром, пока откладываем рыбку в сторону. Слоеное тесто размораживаем и раскатываем в прямоугольный пласт. Его мы тупой стороной ножа разделяем на три равные части, боковые стороны делим еще раз пополам каждую, самые крайние части нарезаем на полоски, как показано на фото. Затем обжариваем нарезанные грибы в разогретом растительном масле в течение 5-7 минут и смешиваем их с измельченными листьями шпината, слегка солим и перчим начинку. Когда она слегка остынет, выкладываем начинку на одну сторону рыбы. Накрываем начинку второй половиной рыбного филе. Подписавшимся, больше вкусностей. Теперь кладем закрытую горбушу с начинкой в самую середину прямоугольника из теста. Накрываем рыбу по бокам тестом. Полоски переплетаем крест-накрест и делаем небольшие проколы зубочистками по всей поверхности теста. Выкладываем рыбу в тесте на смазанный растительным маслом противень и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут. Вкусняшки, подписавшимся. Необходимые ингредиенты. Горбуша 1-3 килограмма, тесто слоеное готовое 500 грамм, грибы 300 грамм, здесь шампиньоны, шпинат свежий 60-70 грамм, соль 1 чайная ложка, сахар 1 чайная ложка, масло растительное по вкусу, перец черный молотый по вкусу, количество порций 4-6. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.